Здравствуйте, с вами Андрей Кондрашов. Сегодня у нас большой воскресный выпуск с некоторыми итогами недели и горячими новостями последних часов. Бывают такие недели, когда из-за здравия начать не получается. Ограничение импорта рыбы в Россию, введенное в числе ответных мер на западные санкции, стало хорошим стимулом для подъема отечественного промысла. И для российской пропаганды эта неделя была той самой. Что говорят сами французы? Удастся ли им изменить отношение к Крыму и России в мировом сознании? Число громких провалов российской пропаганды било все рекорды. Европейские санкции против России – ошибка исторического масштаба. Сначала всей страной с нетерпением ждали, когда же наступит дефолт у хохлов. От банкротства политического страна перешла и к банкротству экономическому. Позже на параде в честь дна военно-морского флота хотели показать миру Кузькину мать. Ну-с, на Вашингтон. Это косяк. Это очень плохо. Ракета развалилась, да ты что? И все это под вот такие вот низкопробные шуточки на чемпионате России по самому качественному погружению языка. Вроде не из Африки, но люди дикари. Так довольно? И, конечно же, какой выпуск российских новостей обойдется без улюлюканья виртуальной тысячи правосеков в Закарпатских горах? И добавил, что в лесах до сих пор скрываются тысячи активистов этой структуры. Пока весь мир потешался над некогда великой страной вечно провальных многоходовок. О том, как Европа забила самой себе. Наш обозреватель Евгений Рожков. Верные эльфы Кремля привычно били себя в грудь. Россия готова и дальше жить в условиях западных санкций и будет использовать сложные обстоятельства, чтобы развивать экономику. И от всей широты русской души поливали зрителей фейками один краше другого. О неделе разочарований, трибунале которого не будет и украинской земле в Швеции. Прямо сейчас в антизомби. Украина в настолько плохой ситуации, что сравнение с нищим на паперте выглядит комплиментом в сторону нищего. На этой неделе, приняв решение о возможности приостановления выплат по внешним долгам, Украина, по сути, объявила дефолт. Они, затаив дыхание, ждали этого всей страной. То, что Киев не способен рассчитаться с кредиторами, сегодня признали на официальном уровне. Ну, почти так же, как дети ждут Деда Мороза в новогоднюю ночь. Шапку по кругу, чуть меньше месяца до официального дефолта на Украине. Это предсказание инвестиционной американской компании Goldman Sachs, одной из самых авторитетных в мире больших финансов. По российскому телевизору на протяжении нескольких месяцев эксперты всех засолов готовили россиян к важнейшей дате в истории Отечества. Кредиторы пока не желают идти на реструктуризацию украинских долгов. И в ближайшие несколько дней, я думаю, что мы услышим объявление дефолта. Да-да, потенциальному дефолту столь ненавистных соседей укропов. О том, что дефолт не за горами, говорили уже давно, но на этой неделе аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs назвали конкретную дату – 24 июля. Но огромную толпу одурманенных пропагандой российских зрителей, уже приготовивших к празднику Оливье, ждало серьезное разочарование. Якобы нищая Украина, которая, как говорят по телевизору, чуть ли не мусором топит. На Украине возник повышенный спрос на дрова и отходы деревопроизводства. Ну а если денег и на них нет, можно собирать мусор. Достойно выполнила свои обязательства перед западными заемщиками, избежав столь долгожданного и обещанного Кремлем дефолта. Украине удалось избежать технического дефолта. Киев буквально в последнюю минуту произвел очередной платеж в размере 120 миллионов долларов по правительственным облигациям и таким образом отсрочил банкротство. А вот в отличие от якобы нищей Украины, богатая и процветающая на всех каналах Россиюшка свой долг по делу ЮКОСа по-прежнему отдавать не спешит. Аргументация более чем сомнительная. По сути, Россию обвинили в нарушении правил, которые страна никогда не признавала. Уже в который раз, оказавшись пятой точкой глубоко в луже, федеральные каналы, ничуть не смущаясь, быстренько отряхнулись и бодро объяснили зрителям, мол, ерунда все это, совершенно случайно укропы выплатили. Киев буквально в последнюю минуту произвел очередной платеж в размере 120 миллионов долларов. А деньги откуда взяли? Так они это... шведам всю землю продали. И цитируя философа Барата Сагдыева, это никакой не шутка. Оказывается, чуть ли не весь чернозем Полтавской области по 5 евро за тонну уедет радовать фермеров в Швецию. Еще раз, по 5 евро за тонну нашей земли. Представляете уровень? Может быть, там кто-то отвлекся и не нарисовал нолики. Вот этот брехун, который эту новость сочинял. Я посоветовал бы РЕН-ТВ
сосредоточиться на инопланетянах и пирамидах. Это у них получается хорошо. Причем самые одаренные носители вируса киселев головного мозга даже написали, что шведы специально купили землю, омытую кровью своих предков в Полтавской битве. Источником такой, с позволения сказать, сенсации указывался некий шведский портал. Но вот же незадача. Пройдя по ссылке и прочитав статью по теме, оказывалось, что местные журналисты просто в шоке от болезненного бреда российской пропаганды. Ценный украинский чернозем из района вокруг Полтавы будто бы продается по бросовой цене для использования в Даларна. Такой слух сейчас распространяется посредством российских сайтов и медиа. Но ничто не указывает на то, что сведения верны. Хотя они будоражат чувство общественности. Оказывается, о такой инициативе не знает ни один шведский чиновник. Да и вообще, санитарные нормы не предусматривают завоз в страну чужой земли. Я первый раз слышу об этом, говорит посол Швеции в Украине Андреас фон Беккерат. Кроме того, у нас существует запрет на импорт почвы из стран за пределами ЕС, чтобы не занести вредителей и бактерий. Но ложь для духовной Россиюшки – это так, дело житейское. А чтобы зрители не расслаблялись, там уже объявили дату нового дефолта в Украине. Сегодня страна выполнила платеж по еврооблигациям на 120 миллионов долларов, однако к следующей дате выплат в сентябре деньги могут не собрать. В общем, сага обещает быть долгой, так что, как говорится, запасайтесь попкорном. То, что он не наступил, это дает возможность повторять снова и снова. Украина все ближе и ближе к дефолту. Украина все ближе, и они каждый раз. Yes! И от этого у них водка становится пьянее, пельмени вкуснее, и на улицу не так страшно выходить. Но самое интересное в другом. Громкие истерики о вероятном украинском дефолте удивительным образом совпали с очередным стремительным падением экономики в самой России. Курс рубля сегодня устремился вниз. На него давит падение нефтяных цен и то, что игроки не хотят вкладываться в рисковые активы. Под бодренькие речи о процветании по телевизору родной деревянный рубль снова полетел пробивать дно, значительно сдав позиции как на фоне доллара, так и на фоне евро. Но как вы думаете, о чем в это самое время рассказывали кремлевские каналы? Ну и как положено КВНчикам, главу государства приветствовали искрометными и довольно смелыми шутками. Для начала вот такие шуточки. Создают проблемы ему с ночи до зари. Вроде не из Африки, но люди дикари. Так довольно? Обратите внимание, теперь не президент ходит на КВН, а КВН ходит к президенту. Встретили тепло и даже жарко. Сначала светлогорцы... Потом Александр Масляков, старший, сам президент планеты КВН. А пока евро легко, весело и находчиво давало прикурить рублю, кремлевские каналы вещали, как Запад буквально загибается от российских санкций. Из-за того, что Москва ввела запрет на ввоз некоторых продуктов из Европы, цены на них заметно снизились. Каждый десятый фермер во Франции сейчас находится на грани разорения. Правда, среди этих экспертов, дальше представителей маргинальных партий и неокоммунистов разных засолов, дело почему-то не шло. Политика санкций – это политика абсурда. У Европы и США не получилось повлиять на действия Путина. Россия и ее партнеры переориентировали свою экономическую политику. А вроде как совершенно случайно взятые западные бизнесмены оказывались совсем не чужими для России людьми. Например, компания вот этого инвестора хорошенько вложилась в акции российских компаний. А после падения их цены бизнесмены-неудачники резко включили режим негодования. После небольшого спада экономика России стабилизировалась, главным образом за счет замещения импорта, в то время как российские контрсанкции выбрасывают европейское сельское хозяйство с рынка. Но частные случаи недальновидного вложения денег в России привычно выдают за трагедию всей Европы. Залез в карман с жетончиком для метро, 5 гривен выпало. Надо бы сходить к Порошенко и сказать: «Петр Алексеевич, отдайте деньги». После такого сладкого пряника, естественно, не обошлось и без кнута. Бойцы правого сектора больше не борются за свободу, а бандиты. Вездесущие правосеки все еще не дают спать спокойно не только невинным жителям Закарпатья, но и всей огромной России тоже. В правом секторе организации, запрещенные в России, между тем заявляют, что тем, кто скрывается в горах и в лесах Закарпатья, не дают приказа сложить оружие, потому что сомневаются в объективности расследования. И что характерно, с каждой новой неделей число бойцов правого сектора
сектора в лесах Закарпатья на российских каналах растет страшными темпами. Ясно только, что еще 10 человек продолжают оказывать сопротивление. Пока удалось задержать лишь 4 экстремистов, в то время как в лесах и предгорьях Закарпатья остаются несколько десятков вооруженных преступников. Сначала их было 2, потом 6, а на этой неделе уже целая 1000 правосеков. И добавил, что в лесах до сих пор скрываются 1000 активистов этой структуры. Правда, чтобы выдать такое в эфир, пришлось, упав на дурачка, выдать за чистую монету вот эту шутку украинского политика Виктора Балоги. Якщо зайти в ліс сьогодні, то в лісі тисячі представників правосектору. Одні ягоди збирають, малину, гриби. І ви представляєте, всі вдіваються, як правило, у камуфляжній формі. Зараз це модно. И есть далеко не беспочвенное подозрение, что такими темпами число скрывающихся в Карпатских горах бойцов правого сектора на российских каналах возрастет в ближайшее время как минимум до 1000000. Хоть лес дополнительный для них высаживает, честное слово. Призрачные батальоны правого сектора потерялись в безбрежных просторах Закарпатья и существуют только в голове у российских пропагандонов. Надеюсь, им там не очень одиноко в этих самых пустых и звонких головах. Но, безусловно, главным событием недели в воспаленном мозгу пропагандистов сразу всех федеральных каналов стал приезд в Крым делегации французских депутатов. Против западных санкций в отношении России выступил сегодня один из французских парламентариев. Визит людей, имена которых ни разу не слышали даже с фанатичной регулярностью смотрящие телевизор россияне, подавался как огромная геополитическая победа. Для России же приезд французов – дипломатический прорыв. О том, что Крым наш, заговорили уже и европейцы. Наша поездка сюда наделала много шума во Франции, но я очень рад быть здесь, тем самым подчеркивая, что мы свободные люди. А это лишь некоторые выдержки из ежедневных сеансов массового экстаза. Почему Европа ничего не видит и не слышит? Что у нас делается на самом деле? Мы все рады, мы счастливы. Севастополь – это гордость России. Я недавно был в Краматорске и Северодонецке, и, конечно же, там видны последствия гражданской войны на Украине. И если бы в тот момент Крыму не дали бы высказаться, здесь происходило бы то же самое. Пока западные гости на камеры вещали о счастливой жизни в Крыму, в Ялте прошел массовый митинг против уничтожения новыми властями местного рынка. И транспаранты в руках местных жителей обязательно нужно увидеть. Впрочем, глядя на вот такую позорную показуху... Ему приглянулся непривлекательный вид американского президента. Но когда перевели надпись, от души посмеялся и заявил, что подарок заберет с собой. Можно смело сказать, ничего нового, все придумано до них. Европейская пресса сразу вспомнила имя француза Эдуарда Эрио, приглашенного советским правительством в далекие 30-е годы прошлого столетия с целью показать, никакого голодомора в Украине нет. Несколько дней подряд европейского гостя кормили от пуза, так и не заехав ни в одно голодающее село. А после отъезда западного гостя советские чиновники открыто заговорили о полезных идиотах. И глядя на вот такие кадры, можно с уверенностью утверждать, что кое-кого история так ничему и не научила.